ситуация такая была. Они уже вроде договаривались. Здравствуйте, я хозяйка. Но мы уже договорились, нам нужно, нам уже делают панели, и на следующей неделе привозят, обшивают. То есть панели какие по цвету? Конечно. Ну, я скинула, как вот мне скинули. Соответственно, дизайн кода, да? Да. Что, дизайн кода? Да, да. Хотел, рейки деревянные, нет, и крыльцо мы сделали. Смотрится. Ну, я понимаю. Так, как все. И будет надпись новая, рейки деревянные. Как-то по-другому. Все же сделали. Хорошо, то есть мы когда удивимся его? Ну, как мне сказал парень, который будет делать, ну, вообще, он сказал, что если его не подведут изготовители панели, то следующие выходные он уже нам сделает. И мы обещали в пятницу сделать панели, хорошо, ну и, соответственно, реклама будет по-другому. Естественно, да? Это все уберет. Ладно, спасибо вам за понимание. Делаем общую работу. Понимание. Единственное, чтобы здесь еще за собой только убирать.